Чувашия – это моя республика. Я родилась и выросла на Чувашской земле. И судьба родной республики – моя судьба. Пройдя путь от простого врача до руководителя многопрофильной медицинской организации, могу с уверенностью сказать, что в каждой больнице, на каждом уровне здравоохранения работают самоотверженные люди, чья миссия в жизни – служить главной ценности человека – здоровью. Здоровье – это не только руки врача, но и родная природа, культура и традиции народа. Чувашии есть все для сохранения и укрепления человеческого потенциала. Необходимо этим только воспользоваться. Чувашия – это моя республика.